второй матч в рамках четвертого тура Пари Суперлиги России по мини-футболу между Сибтранзитом и Новой Генерацией. Ну и Новая Генерация сегодня наверняка будет рвать и метать. Вчера команда потерпела поражение. Они сюда ехали за 6 очками, а пока у них в графе набранных баллов 0. Мы слышали в перерыве вчера комментарий Тимофея Турчина, нападающего Новой Генерации. Но как бы счет на табло. А вот сейчас вот такое вот начало и гол на первых же секундах. Диагональ. Ну, здесь по классике все разыграли. И уже в пустые ворота переправлял мяч 17 номер. Ну, это Тимофей Турчин. И гол! Вот так вот счет становится 1-1. Со штрафного Сибтранзит сравнивает. Классный удар Дмитрия Семикина. И то, что Александр Кригер поставил на ближнюю штангу Тимофея Турчина, никак не помогло. Ну и ошибочная идентификация игрока, когда не тому, например, дали карточку. А это шикарнейший мяч! Влетает в ворота Новой Генерации. И счет становится 2-1. Данил Попов. Какой выстрел! Еще раз смотрим. Передача пяткой. И сходу лупит Попов. В этом матче еще один мяч влетает в ворота. Очень красиво. Шикарный выстрел Кузьминых. Ну вот, мне кажется, коснулся. Но это не столь важно. Гол какой! Еще один влетает красивый в ворота Сибтранзита. Добивание от Романа Иванина, и мяч влетает в угол ворот Альберта Агаджанова. В мае прилетел в Новокузнецк, и буквально сейчас влетает еще один мяч в ворота его команды. 4-2 ведет Новая Генерация. Ну и что, и дубль у нас оформляет Иванин. И отмечаем, что второй раз подряд подключение и начало этой атаки организует именно голкипер и капитан Новой Генерации. Мы слышали просьбы от Евгения Давлетшина играть плотнее. И еще один мяч влетает в ворота Сибтранзита. Парень, который начинал с большого футбола, всего лишь 22 года, Даниилу, в касание переправляет мяч мимо Альберта Агаджанова. Вот такой сумасшедший отбор у Новой Генерации. Смотрите, раз, два, три. И довели дело до удара и забили еще один мяч в ворота Сибтранзита. Второй, третьей волной все-таки выгрызли и буквально довели до линии ворот. Семикин сам пробьет передачу, но здесь забивать надо. Как? Гол! Все-таки гол! 3-6 становится счет. Передача в касание от Ивана Костянова. Ну и там всеми правдами и неправдами уже затолкал, пробил Александра Кригера Игорь Зайков. Александр Кузьминых шикарным выстрелом. Дальше дубль Романа Иванина. И уже во втором тайме отличились Даниил Ильин и Арсений Петросян, который установил не окончательный счет, то он сделал счет 6-2. Ну и последний мяч в сегодняшней встрече при розыгрыше пятого полевого забил, затолкал Игорь Зайков. С вами был Дмитрий Сачков. Всего доброго и услышимся на футзале. Пока-пока. Любите эту игру.